Ну, я считаю, что памятник князю Владимиру, безусловно, нужен, потому что есть моменты, которые просто необходимы ради наших детей, чтобы они знали и хотя бы задавались вопросами, что это за персонаж, кто это такой, что он сделал, то, что многие не знают всего этого. Вот. А то, что касается художественных сторон этого памятника, я не знаю, я не видел этих проектов этого памятника, не знаю, в чем он как бы заключается. А то, что он нужен, он, безусловно, нужен. Есть один памятник в Киеве, по-моему, стоит, очень симпатичный, мне нравится он, именно князю Владимиру. Вот не знаю, какой у нас будет, кто его будет делать. И какой образ туда вложит художник, архитектор, это уже другой вопрос. А то, что памятник князю Владимиру, безусловно, нужен, конечно, здесь вопросов не возникает. А можно все-таки вас спросить, а почему так много шума-то из-за этого? Я, честно говоря, шума по поводу памятника как-то особо-то и не слышал. Но у нас страна такая, что по поводу любого памятника начинают шуметь. Когда сносят памятники, шумят. Когда ставят их, шумят. Ну, это нормальная вещь.